Здравствуйте! Сегодня я поделюсь с вами рецептом приготовления куриных оладьев с сыром. Нам потребуется 1 килограмм 200 грамм куриного филе, это 2 пачки. Твердый сыр, любой какой вам нравится. Майонез, растительное масло для жарки, мука, 4 яйца, перец молотый черный и соль, а также свежий укроп. Куриное филе порезали на маленькие кусочки. На крупной терке натерли 50 грамм твердого сыра и мелко порезали укроп. В нарезанное куриное филе добавляем 4 яйца и перемешиваем ложкой. Добавляем 200 грамм майонеза и все перемешиваем. Далее добавим натертый сыр и укроп. Все перемешаем. Далее посолим и добавим черный молотый перец. Я добавила 1 чайную ложку соли и поперчила. Далее добавляем 6 столовых ложек муки и все перемешиваем. Накрываем крышкой и ставим в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на всю ночь. Миску достали из холодильника. Сейчас будем жарить оладьи. Включаем огонь, нагреваем сковородку, наливаем в сковородку немного растительного масла, десертной ложкой выкладываем наши оладушки на сковородку и обжариваем с двух сторон на очень медленном огне. Обжариваем оладьи с каждой стороны по 4-5 минут.